Наталья Комарова поздравила выдающегося югорского художника Геннадия Райшева с юбилеем. В Ханты-Мансийске в галерее мастерской маэстро прошел творческий вечер, посвященный его 85-летию. Поздравить юбиляра пришли больше сотни человек. Отмечу, что художник не только принимал поздравления, но и сам сделал подарок гостям. Сегодня в стенах галереи мастерской маэстро презентовал юбилейную выставку «Геннадий Райшев. Избранное». Гости смогли увидеть новые избранные произведения. Добавлю, свое творчество художник посвящает родному краю, пейзажам, людям и событиям, которые его окружают. В именной галерее художника хранится больше 2000 картин. Творчество – это и есть мой путь. Поэтому я, можно сказать, что я счастлив, что мне, я бы сказал так, Бог даровал способности. Но я бы все-таки отнес это к своей родне, к своему прадеду, деду. Уважаемый Геннадий Степанович, вы мастер, но вы человек. И поэтому я присоединюсь ко всем тем, кто пожелал вам здоровья. Вы человек, но мастер. Поэтому я желаю вам новых творческих успехов.